Ну что ж, наконец-таки настал этот день. Посмотрите. Просто посмотрите, как можно было сделать просто нереальный шедевр произведения искусства. Я даже не думала, что цвет стокового моего джипа будет настолько круто, мощно и брутально смотреться на этом обвесе. На самом деле, я думала, что у меня цвет так себе, а как оказалось, смотрите, какой крутой цвет. Как все сочетается. Андроник, может, ты что-нибудь скажешь мне? А что мне сказать? Я пока что наблюдаю, как ты получаешь удовольствие, да. Я очень благодарна, и у меня просто нет слов. Расскажи мне по поводу фар. Насколько я знаю, с красными ездить нельзя. У тебя есть выключатель, то есть ты в любом случае с ним ездишь. Когда у тебя включается дневной габарит, то есть при движении, когда ты заводишь машину, у тебя автоматически включается белый свет. То есть тебе нужно будет включать красный, да, и ты будешь ездить спокойно. Я поняла. Капот очень крутой. А расскажи, это фальш или это реально работает штука? А, смотри, у тебя капот рабочий, то есть здесь заток воздуха. У тебя из фальша, ну если так сказать, декоративный статус, здесь у тебя также вставка, но это выход воздуха. То есть отсюда воздух заходит, отсюда выходит, да, правильно? Капот полностью функционал. Так, вопрос с номерами. Так, где мои номера? Номера. У тебя есть номера? Спасибо. Смотри, здесь нет ни креплений. У тебя установлен магнит. У тебя бронь здесь для того, чтобы у тебя номер не поцарапал. Это очень важно. У меня на Мустанге все время царапался. Рамку ты можешь поменять. Если хочешь, сама попробуй. Да, давай. Только аккуратно, он очень сильно магнит. Какие мощные магниты. Тут у меня другие, кстати, были на Мустанге. Очень сильный, я думаю, то, что вообще их ничто не оторвет. Диски очень крутые, очень сюда подходят. Мне кажется, ну, я на самом деле не думала. Я их видела, когда они были без резины и лежали на полу. И я не думала, что они так будут четко вписываться во весь дизайн моего автомобиля. Ну смотри, это кованый диск, мы на заказ сделали. И даже эта надпись, несмотря на то, что у тебя не СРТ, это сделано на заказ. Ну, это очень хорошее качество. Мне кажется, все будут думать, что у меня СРТ. Мне кажется, нет. Ну, с таким, да, с таким внешним видом. Ничего, это я скоро исправлю. А еще мне очень нравится, что тут такой трушный выхлоп, как у старых СРТ, посередине, а не по бокам. И вообще тут все такое злое, мощное. А, кстати, вот это что такое? Это у тебя стоп-сигнал. Угу. Он как на Формуле 1. То есть он сначала мерцает, а потом горит постоянно. Угу. Очень круто. Хочу тебе сказать просто огромное спасибо. На самом деле, у меня просто переполняют эмоции. Я на грани слез. Я очень довольна. Для меня эта машина просто машина моей мечты. Я реально, когда только увидела ваш аккаунт, увидела ваши работы, я поняла, что да, я хочу эту машину, ну, хочу этот обвес. Вот. Спасибо большое, то, что вы воплотили мою мечту.